Бисмиллахи ррахмани ррахим. Мирбан, хам мухаббат ясабулган, Аллах исмаблян. Жамлабзга рахат бирсин, я илах аламин, деп дгалар кылмактабыз. Ихтибарыгызга бөтен дания татарлары конгрессынын Башкортостан вакиллиги хам Башкортостан татарлары милли мәдәни автономиясының бөек ислам тәгълиматенә багышланган дини иҗтимагый программа безнең бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Раббым, синең дарьяң рәхмәтенә таяндык дип сезләргә алух ватаныбыз Русияның ва җәннәт кебек мәмләкәтебез Башкортстанда бәхет кояшыбыз җиһан кышагында именлек йолдызыбыз балкысын дибез. Әйе, безләргә үз гомеребездә, үз халкыбызның, үз хөкүмәтебезнең иманын күрергә насыйп әйләде. Шуның куәтле дәлиле менә 4-нче июн көнендә. Уфа башкалабызны нурландырган, Уфа районы Зубова бистәсе мөселманнарының дини ойышмасында халык ара фәнни гамәли конференция үткәрелде. Айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Раббым хикмәт белән аш безнең күңелләрне, халкыбыз аңласын безнең сүзләрне дип дугалар кылдык. Раббани димәк исламияттыр, инсаниятны Аллаһыга хезмәт иттермәктер. Раббани димәк җирнең һәм күкләрнең нурыдыр. Ашбу фәнни гамәли конференцияга безнең Россиянең төбәкләреннән һәм чит мәмләкәтләрдән килгән дусларыбыз, галимнәребез чакырылды. Алар дуслык күперләребезне кырыштан куеп, киндердән үрделәр. Кунакларыбыз арасында еллар дәвамында юлыбызны яктыртучылар. Ихлас мәхәлләбез һәм Раббани мәхәлләсенең дә асас корылышына фатихасын бирүчеләр. Төркия мәмләкәтеннән Ихлас вакфының җитәкчеләре килделәр. Без бу конференциядә Иран һәм Башкортстан арасыннан җитәкләшеп үттек дуслар белән салават күпереннән. Казахстан, Дагыстаннан килгән кунакларыбыз. Әнә шулай мәгънәви һавабыз пайда булды. Ашбу фәнни гамәли конференцияны Зубова авылының сәнгать сөючеләре үзләренең җыр, моң, икмәк һәм тоз белән каршыладылар. Хабарыгыз булсын ки, ашбу фәнни гамәли конференция бер рәсми һәм самими шәкелдә ашык һавада үткәрелде. Аның катнашучылары да безнең мәтәлият агзаларыбыз, исламиятны иратучы мөгаллимәләребез, йөрәкләрендә Раббыбыз Аллаһ һәм күңелләрендә сөйкле пәйгамбәребез хәзрәте Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең исемен йөрәтүчеләр иде. Конференциябызның төп максаты ул 2-нче мең еллыкның бөек мөштәтиде реформатор имам Раббанинең мөкаддәс тормышына багышланган иде. Һәм бу фәнни гамәли конференцияның төп галимнәре Истанбул шәһәре Мармара университетының галимнәре һәм Иран Ислам Республикасының галимнәре булдылар. Аллаһ насип эләсә, без алдагы программаларыбызда бу шөһрәтле галимнәр белән аларның имам Раббани хакындагы мәгълүматларын сезләргә ирештерәчәкбез. Ә хәзер сезнең каршыгызда Дагыстан Республикасыннан килгән яш галим, имам Хатиб Шарипов Мөхәммәд Расул Шарип углы сезгә имам Раббани хакында тәгълимат ирештерәчәк.
Давайте начнем из крылатых выражений самого великого имама Раббани. Он наставляет, что без веры ничего невозможно, а с верой нет ничего невозможного. Скажите, пожалуйста, о значимости его трудов, его наставлений. Имам Раббани имеет очень огромное значение в жизни мусульман России. Так что, таким образом, что все те люди, которые существуют в цепочке учения имама Раббани, они все упираются и опираются на этого имама Раббани во всех своих делах и вопросах, и в учении. Имам Раббани, да освятит Всевышний его душу, это был уникальным человеком. Еще в молодости, достигнув 17 лет, он удостоился звания муршида, то есть духовного наставника в кадирийском и чистийском тариқате, то есть в учении. Будучи молодым человеком, достигшего 17 лет, это очень большая степень. Затем он встретился с наставником Мухаммаду аль-Бакри, и в течение 2 месяцев под его духовной опекой он достиг уровня духовного наставника и в Накшубандийском учении. Хвала Аллаху, который находится, существует по сей день и у нас в России. И все наставники этой цепочки, которые первая цель, самая главная цель которых это вот именно укрепление веры и усовершенствование благих нравов, они во всех своих вопросах, которые возникают в этом учении, они именно опираются в первую очередь на имама Раббани, на его труды, которые называются мактубат, то есть письма имама Раббани, которые он в течение своей жизни, отвечая на вопросы своих преемников, своих близких людей, которые писал им, отвечая на их вопросы. Они были написаны на персидском языке, а уже вот ваш, как раз таки ваш земляк, Мухаммад Мурад Манзалави, как мы его называем, а у вас это Мурад Рамзи, да освятит Аллах его душу, который родом является отсюда, а жил в Мекке, тоже был очень высокого уровня человек, был наставником в 42 учениях. Вот этот человек уже перевел с персидского и частично с турецкого языка вот эти письма имаму Раббани на арабский язык, и дал этой книге название «Ад-Дура руль Макнунат». Вот в этих учениях, в этих письмах имаму Раббани максимально изложил, максимально раскрыл все, что касается веры, все, что касается благих нравов, все, что касается шариата, тариката и всех остальных постулатов ислама. Хөрмәтле тамашачылар, бүген мәхтәбәр шәхестәребез рубрикасында Дагыстан Республикасы Чарада районыннан килгән кунагыбыз Шарипов Мөхәммәт Расул Шарип углы җанаплары. Видимо, имам Раббани, опираясь на аяты священного Корана, «Покажи дела от веры твоей, я скажу о силе веры твоей». В его наставлениях есть еще и такое выражение. Добрые мысли – это прекрасно, а добрые дела – это божественно. Вот эти наставления нам в наше время настолько это актуально. В первую очередь человек должен быть, у него благонравие должно быть на высшем уровне.
а у такого человека и мысли бывают всегда благородны. Имаму Раббани, непосредственно имаму Раббани в одной из своих писем говорит, обращаясь к своему ученику, сын мой, говорит, он знает, если ты, говорит, будешь видеть себя лучше фараона, говорит, фараона, то из тебя никого, ничего хорошего не выйдет. То есть, когда у человека мысли, настолько он видит, когда он начинает видеть в людях, что это создание Творца, исходя из этого, он начинает уважать, проявлять уважение, желать всего доброго человеку, кто бы он ни был, именно из-за того, что это творение Творца Всевышнего. В этом и есть само возвеличивание Всевышнего Аллаха. И когда у человека мысли порядочные, когда он работает над своими мыслями, над своей эго, именно с помощью учения таких великих людей, как имам Раббани, как Зайнулла Шарифи, вот ваш соотечественник, вот тогда, когда мысли очищаются у человека, когда он начинает видеть в каждом человеке, что это творение Всевышнего, вот тогда уже и поступки тоже бывают соответствующие этим мыслям. То есть человек приносит только доброе обществу, только порядочное. То есть он даже в мыслях не может себе допустить, навредить или же неправильно подумать не то, что о ком-либо, даже о чем-либо. Есть еще одно распространенное крылатое выражение имама Раббани. Мы существуем на то, что получаем, но живем мы тем, что отдаем. Человеку Всевышним даны всякого рода блага, будь это материальные, будь это знания и так далее. И предназначением каждого блага является, чтобы человек делился этим. Даже знания, если взять знания, вот есть изречение пророка Мухаммада, мир ему и благословение, тот человек, который обладает знаниями и который скупился на них, то есть не учит этим знаниям других, этого человека, говорит, в судный день на него оденут уздечку из огня. То есть настолько он будет наказан. А материальные блага тоже. В любом случае, Аллах Всевышний, если нас наделил материальными благами, начиная с самой семьи, соседями, родственниками и вообще любыми гражданами, людьми, вне зависимости от вероисповедания, человек по мере своей возможности должен делиться. Семью он должен, обязан обеспечивать. Это как бы один из видов поклонения. А другим людям по мере своей возможности он должен обязательно отдавать из своего имущества, из своих благ, которыми Аллах его наделил. Всевышний его наделил именно для того, чтобы он мог помогать и людям, и другим, даже животным. Мы знаем из книг, где написано, что человеку были прощены все грехи из-за того, что он один раз напоил очень жаждущую собаку в пустыне, спустившись в колодец, набрал свою туфлю воду, что он вот проявил милосердие из-за того, что он вот малое количество воды дал собаки, и там тоже с каким намерением, что это творение Всевышнего, вот подходя с этой стороны, этому человеку были прощены все его грехи. А это очень, я желаю и себе, и вам, и всем нашим слушателям, чтобы вот из-за такого благонравия, чтобы Всевышний нам тоже смыл все грехи, и чтобы у нас были теплые чувства и уважительные чувства отношения друг к другу, всегда и во всем. Имам Раббани в своих письмах много пишет о личности, о воспитании, о душах людских, где он говорит, что самое мощное оружие на земле – это пылающая душа человека.
душа это вот имеет самое главное значение, это объект, самый главный объект в учении имама Раббани и всех, и до которого у него были предшественники, и после которого у него были его преемники, именно душа является объектом, основным объектом, самым главным объектом в учении этих людей. То есть самое важное значение внимания уделяется воспитанию души. Как говорится, как имам Раббани пишет в своей книге, вот Мактубат, сосуд, говорит, из сосуда выливается только то, что находится в этом сосуде. Если вода, значит вода. Если мутная вода, значит мутная вода. Если какое-то другое там вино, вино и так далее. То есть, когда душа человека очищается, вот то же самое. Когда душа человека очищается, его поступки, все, что выходит из этого человека, его деяния, все оно становится уже таким деянием, таким поступком, которым доволен наш Создатель Всевышний Аллах. И поэтому, вот как говорится в изречении пророка, мир ему и благословение, что я был ниспослан только лишь, говорит пророк, подчеркивает, только лишь для усовершенствования благонравия. И вот это усовершенствование благонравия, это и есть работа над душой. Когда у человека душа становится чистой, познавший своего Создателя, тогда человек уже старается работать только для того, чтобы его Создатель был доволен им. И в обычной жизни, будь это государственная работа, будь это пусть человек находится дома, будь это поклонение. То есть его поклонение уже становится, то, что он совершил это поклонение, чисто ради довольства Аллаха. Вот он возложил на меня это, я должен это совершить, как желает мой Создатель, не в показуху и так далее. Скажите, пожалуйста, насколько актуально его наставление, касающееся сегодняшних социальных проблем, где он говорит, что люди, совершающие постыднейшие поступки, произносят очень красивые речи. Скажите, пожалуйста, вот это в наше время, в нашем веке, насколько актуально? Очень актуально, потому что с каждым днем, и это есть и в изречениях нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение, и написано в книгах больших ученых, что вот набожность людей, она с каждым днем как бы слабеет. И когда это слабеет, хочешь, не хочешь, среди людей в обществе возникают очень ненужные и пороки, и ненужные неуважение друг к другу и так далее, и так далее. Ну, все, что порицается, не только религии, даже в понимании обычных, обыденных, порядочных людей. И поэтому в наше нелегкое время, когда и внешний враг тоже существует, когда все чуждое нам, когда насильственно хотят внедрить наше общество, вот в сегодняшнее время это особенно актуально учение имама Раббани. Почему? Чтобы, во-первых, чтобы самая главная цель, чтобы остаться человеком. Остаться человеком морально. Морально не испорченным. Я смотрел одно выступление умного человека. Его спрашивают, что, кто такой, говорит, интеллигент. Этому человеку, говорит, даны разные определения, но мне, говорит, самое, которое по душе, интеллигент – это все-таки порядочный человек в мыслях. Интеллигент в мыслях тоже, который даже
неправильно, некрасиво даже думать себе, который не позволит. Вот, вот это учение имама Раббани, это и призывает к этому. Вот в книгах написано, что лицемеры, у них очень красноречивый язык бывает. Это не признак того, что набожности или же порядочности человека. Говорить можно все, говорить может любой. Даже специальные курсы, наверное, есть, которым, на которых учат красиво говорить, но всегда поступки говорят о человеке, кто он на самом деле. И как мы ранее сказали, что из сосуда выливается только то, что находится в нем. Значит, когда человек говорит, прежде всего он говорит о себе, особенно когда он говорит о других. Да. В принципе, конечно, вот так. Конечно, да. Хурматлы тамашачылар, халкыбызның ауыз жаухарларында шундай макаллар да бар. Китапларда кіші язмышы, кішілерде китап язмышы, дейлер. Біз бүгін яш ғалим Мухаммед Расул Шариполы Шарипов білен, Дагыстан Республикабыздан келген қонағыбыз білен, бүйік ғалим имам Раббани, екінші мәң яллықның реформаторы мүштәд еді. Хақында оның бұл мүкаддәс китап, мәктубәт китабын фикірләдік. Әйе, фикір қадар гүзәл китапқа көңіл салдық. Дорогой Мухаммед Расул, ваши пожелания священнослужителям, народу нашей республики. Во-первых, я желаю мира. Это сегодня такое трудное время, нелегкое время. Вот время специальной военной операции, это очень важно. Я желаю, чтобы эта специальная операция, она побыстрее закончилась, чтобы наши ребята в целости и сохранности вернулись к своим семьям, к родным. Вам желаю процветания во всех сферах, чтобы вы придерживались именно учение имам Раббани, так как ваши предки тоже всегда придерживались этого учения. Вам всех всего наилучшего, чтобы Всевышний вам помог во всех ваших начинаниях, во всех ваших делах, чтобы баракат таких великих людей, как имам Раббани, как Зайнулла Шарифи, Мурад Рамзи, вот Мухаммад Мурад Манзалави, чтобы баракат таких великих людей никогда не покидал вас. Вам здоровья, счастья, успехов во всем. Значит, мы будем вооружаться крылатыми выражениями и наставлениями имама Раббани. И вооружаться, и будем стараться действовать тоже по этим крылатым выражениям. Да. Где он говорит, что надежда – это и есть спасение. Газиз милләт, өмет ул нәрсәнеңдер булғанын тілей, ә инанышыбыз аның бұлашағына шана, ә тәуекәллік аны бұлдыра. Газиз милләт, мен шушы нүктәдә сезнең белән ұлух ватаныбыз Русияға вә жәннәт кебек мемлекетебезгә, Башкортстанға, халқыбызға бәхет, бары тик бәхет теләп дұғалар қылмақтабыз. Бүгінгі программамыз шының білән ақырына келді.